Госдума предлагает расширить перечень туристических объектов, подлежащих звездной классификации. Речь идет не только о средствах размещения, типа гостиниц и глэмпингов. В новый реестр могут включить пляжи и горнолыжные трассы. Ну а тех, кто не пройдет проверку на соответствие звездным стандартам, могут попросить не оказывать больше услуги, следует из законопроекта. Плюсы и минусы этой инициативы обсудим с экспертом. С нами на связи Артем Лазарев, министр туризма Сахалинской области. Приветствую вас, Артем Александрович. Да, добрый день. Артем Александрович, давайте начнем с того, для чего вообще нужна эта звездная классификация туристическим объектам, что от этого получает бизнес? Ну, действительно, до настоящего времени классификации, скажем так, в хорошем смысле подвергались только гостиницы и приравненные к ним средства размещения. И очень велика доля была так называемого, ну, опять же, условно скажем, серого рынка, где останавливаются туристы, где останавливаются жители конкретных регионов, когда отдыхают. Это вот такая некая попытка попробовать вывести из серой зоны средства размещения, которые не являются гостиницами, но в которых останавливаются туристы и жители регионов, которые там в выходные дни ездят отдыхать и вынуждены где-то, в общем, ночевать и привыкли ночевать в комфортабельных, комфортных условиях. Хочется сказать, наверное, что мы эту инициативу поддерживаем. Я думаю, Сахалинская область там не единственный регион, где есть подобные средства размещения. В первую очередь, конечно, речь идет там о базах отдыха, о кемпингах, о глэмпингах. И более того, я считаю, что это вот не какое-то ограничение, наоборот. Это скорее возможность, во-первых, для владельцев подобных средств размещения прорекламировать себя. С другой стороны, это возможность для подобных средств размещения понять, к какому ты стандарту относишься, а по возможности, может быть, там, повысить свой стандарт и повысить звездность. Ну и, конечно, это некая гарантия для туристов, которые едут отдыхать в категорированное средство размещения, что он там получит соответствующий сервис. И вот наряду с поправками, которые будут касаться государственного контроля надзора за соблюдением требований, да, к объектам классификации, в том числе и субъектам данной полномочия, будут доведены, я считаю, что эта мера вот будет действенной, и они в первую очередь вот направлены на то, чтобы зарегулировать, скажем так, вот эту сферу гостиничных услуг, а для того, чтобы повысить в первую очередь качество услуг, а во-вторых, это улучшить условия отдыха и безопасность туристов, которые в подобных средствах размещения будут отдыхать. Да, но не получится ли так, что из-за несоответствия критериям объектам придется закрыться некоторым? Ну, я думаю, такого не будет. Более того, даже нынешняя классификация предполагает категорирование, так называемое, без звезд, это тоже, да, классификация. Поэтому те, кто не получит там 2, 3, 4, 5 звезд, будут носить, в общем, гордо звание средства размещения без звезд. Ну, а те, кто вообще не сможет получить без звезд, наверное, такие объекты и не должны работать на рынке туристических услуг. Вот в перечень хотят включить не только объекты размещения, но и в том числе горнолыжные трассы. Тема актуальная для Сахалина. Сахалин – известный горнолыжный курорт. Как вы оцениваете сейчас эти объекты? Насколько звезд сейчас они тянут и каков их потенциал? Ну, если говорить конкретно про лыжные трассы, то на Сахалине трассы построены просто мирового уровня. Я думаю, ни для кого не секрет, что здесь этапы Кубка мира по горнолыжному спорту проходили, другие международные соревнования, там, в том числе Дети Азии. В 2025 году пройдут российско-китайские игры на Сахалине, я думаю, тоже ни для кого не секрет. Поэтому это трассы высочайшего уровня и вообще инфраструктура высочайшего уровня, если говорить в том числе про подъемники. И я уверен, что и при классификации трассы горнолыжного курорта «Горный воздух» как лучшего дальневосточного курорта, а в перспективе, вот с учетом наших планов развития лучшего курорта страны, трасса получит высший уровень классификации. Я думаю, в этом нет ни у кого никаких сомнений. Они именно так и строились. То есть на 5 звезд? Однозначно. Есть только 5, а все остальное – это компромисс для нас.
Давайте поговорим про налоговую составляющую, потому что один из доводов для принятия такой классификации – это дополнительное поступление в бюджет. С 2025 года регионы смогут вводить туристический налог. Пока 1%, к 2030 году до 5%. Соответственно, чем больше объектов будет в этом реестре, тем предполагается, что больше будет отчислений в местные бюджеты. Насколько существенные суммы может получить Сахалин? Вот смотрите, мы с коллегами из муниципальных образований Сахалинской области обсуждаем этот вопрос. Вот здесь, наверное, корректно, если говорить применительно к Сахалинской области, корректно говорить про город Южно-Сахалинск, про административный центр. Корректно, наверное, говорить про Курильские острова. То есть там это Северо-Курильск, Курильск и Южно-Курильск. Почему? Потому что на Сахалин у нас по большому счету одни ворота, воздушные, они располагаются в Южно-Сахалинске. И подавляющее большинство туристов все-таки ночуют в Южно-Сахалинске, а с Южно-Сахалинска отправляются в путешествие уже там на юг острова, центральную и северную часть острова. Поэтому, если бы говорить про какие-то значительные налоговые отчисления, которые в перспективе могут быть использованы на развитие туристической инфраструктуры, вот здесь тоже хочется остановиться. Данный налог, он не имеет такого целевого характера, и муниципалитеты там, по логике, могут тратить его на любые цели, там, не только на развитие туристической инфраструктуры. Но вот мы ведем диалог, и Министерство туризма со своей стороны призывает, чтобы этот налог был целевой, и он шел исключительно на развитие туристической инфраструктуры. Но вот по аналогии с так называемый курортный сбор, да, в городах, которые официально носят статус городов-курортов. И мы хотим точно так же, по аналогии, чтобы вот этот налог носил целевой характер и шел исключительно на развитие целевой инфраструктуры. Если бы говорить про 2025 год, вот с учетом той номенклатуры гостиниц, которая подпадает под налогообложение, то мы оцениваем, что в 2025 году, опять же, если мы сейчас не берем вот то, что мы потенциально можем категорировать в связи с изменениями, да, которые мы с вами выше обсуждали, там глэмпинг и прочее, то это порядка 40-50 миллионов рублей, исходя из текущего туристического потока, город Южно-Сахалинск может собрать в 2025 году. И далее, вы правильно отметили, шкала прогрессивная, да, она будет увеличиваться. И мы считаем, что это хорошее подспорье для того, чтобы развивать туристическую инфраструктуру. А во-вторых, мы считаем, что это нагрузка, которую турист, который прибывает отдыхать на территории нашего региона, ну, так, с простыми словами, просто не почувствует. Но и мы за то, чтобы, еще раз, эти вот налоги не размазывать. Они должны идти на туристическую инфраструктуру. И вот есть опыт хороший Кисловодска, когда те объекты, которые построены за курортный сбор, вот там есть такая табличка на входе написана, построены за счет средств курортного сбора. Вот мы на Сахалине хотим вот по такому же пути пойти. Ну, не только Южно-Сахалинске, повторюсь, это еще Курильские острова, скорее всего, потому что там тоже, ну, одни входные ворота, по большому счету, люди там останавливаются. Пока так. То есть это, скорее всего, будет Южно-Сахалинск и Курильские острова. Вот в такой логике мы хотим в следующем году экспериментально установить туристический налог. Главный вопрос для потребителя, наверное, а не отразится ли эта звездная классификация на цене на отдых? Не станет ли звездная классификация дополнительным финансовым бременем для туриста? Ну, нет, конечно, она не отразится. Там, в общем, суммы незначительные. Конечно, там никаким образом не отразится, особенно если говорить про отдых на территории Сахалинской области. Он так, ну, достаточно дорогой, и, по большому счету, скорее подходит для туристов с достатком средним и выше среднем. Мы считаем, что это никоим образом не скажется, а наоборот, говорю, будет служить хорошим подспорьем для развития туристической инфраструктуры, чтобы туристы оставались довольны посещать те или иные достопримечательности города Южно-Сахалинска и ближайших районов. Ну, более смотрите, того, мы не планируем сплошное налогообложение. Смотрите, но это же как со звездами Мишлен в ресторанах. Ресторан получает звезду Мишлен и поднимается ценник. Здесь не получится ли так? Да нет, слушайте, ну, если говорить там про конкретные цифры, ну, стоимость проживания в номере, она там составит там не более чем на 10%, там, на все остальные услуги
это никакого влияния не окажется. Более того, мы вчера, как раз у нас была дискуссионная площадка в городе Южно-Сахалинске, мы обсуждали, что мы, наверное, не будем облагать данным налогом детей, которые прибывают отдыхать вместе со своими родителями, это будет исключительно взрослые. Ну, плюс, понятно, там есть группы определенные, которые тоже не подпадают под этот налог. Тут, вот говорю, не стоит задача заработать. Там, это не такие большие деньги, точнее, вообще небольшие деньги для нашего региона, но вот для развития каких-то реализации небольших инфраструктурных туристических проектов это хорошее подспорье. Поэтому на туристах точно не отразится введение туристического налога. Я думаю, что это должно позитивно восприниматься. Ну, а какие категории сейчас туристов к вам едут в основном? Вы же наверняка анализируете, откуда едут, что это за гости? Смотрите, у нас, если говорить про зимний сезон, это преимущественно едет Дальний Восток. Ну, если структуру туристического потока взять, то подавляющее большинство – это, конечно, Дальний Восток. Если брать уже весенний-осенний период, то европейская часть страны, там Москва, Санкт-Петербург, ну и так далее, Сибирь, в том числе приезжают. Тут немножко структура туристического потока меняется. Если говорить вот про того, какой он турист, какого возраста, то это люди в основном среднего возраста, это люди со средним достатком. И на Сахалине на самом деле можно отдых найти достаточно разный, то есть и бюджетный, и достаточно дорогой. Все зависит, конечно, от запроса. Там индивидуальный тур, групповой тур. Но в целом на Сахалине отдых достаточно дорогой, потому что и стоимость проживания достаточно высокая, и стоимость на продукты питания и на услуги, они, конечно, значительно отличаются от центральной европейской части страны. Вот там на Камчатке тоже, да, часто вопрос поднимается. Поэтому это, конечно, надо учитывать. Ну, во сколько обойдется... Вот этот туристический налог, это просто капля в море, да. Во сколько обойдется туристу отдых у вас на Сахалине? Я вот для себя лично спрашиваю. Ну, вы скажите, на сколько дней, зима, лето? Давайте минимальные, там, ну, на сколько дней к вам минимум можно приехать отдохнуть вот осенью, зимой? Естественно, на лыжах покататься. Ну, смотрите, зимой, если зимой дальневосточники приезжают в среднем 2,5 раза за зиму, да, в среднем, то есть с пятницы до воскресенья, с пятницы до понедельника. Но если мы говорим про Дальний Восток, вы там летите с Владивостока, ну, билеты плюс проживание, плюс каталка, наверное, на 4 дня, ну, в районе, сейчас скажу так, билеты, ну, в районе 1000, наверное, 60 где-то выйдет, угу. Если так бюджетно относительно. Ну, на самом деле, не очень бюджетно, но если вы говорите, что у вас пятизвездочные трассы, то... Ну, слушайте, ну, перелет в сезон, там, Южно-Сахалинск, Владивосток, там, эконом-классом, ну, разная стоимость есть, но если там не позаботились заранее, то там в районе 18-20 тысяч перелет, плюс проживание, 3-4 ночи возьмем, там, по 8 тысяч, ну, плюс вам там питаться надо, скипас какой-то купить, в конце концов. Поэтому я считаю, что это недорого с билетами. А весной, летом дешевле получается? И что посмотреть на Сахалине вот, не зимой? Понятно, что у всех ассоциируется Сахалин, прежде всего, конечно, с горнолыжным отдыхом. Что еще можно посмотреть на Сахалине вот, не зимой? Что там интересного? Ну, смотрите, Сахалин с горнолыжным отдыхом, на самом деле, вот как начался бум на внутренний туризм и спрос, он уже давно не ассоциируется с горнолыжным отдыхом. И вот если взять летний сезон, то он сейчас выше, чем зимний сезон. Слушайте, вагон достопримечательностей. Почему выбирают Сахалин? Потому что, во-первых, это комфортная городская среда. Это самый чистый город в стране, самый безопасный город в стране. Хорошая инфраструктура, все удобно, компактно. И самое главное, когда ты едешь по природным достопримечательностям, относительно легкая дорога, то есть от Южно-Сахалинска она занимает 2-2,5 часа, ты можешь спокойно добраться практически до любой локации, которая находится в радиусе, ну, возьмем так, 150 километров. Это нас, кстати, отличает от других дальневосточных субъектов, что удобная логистика, удобные дороги, удобно путешествовать с детьми. Ну, давайте так говорить, лучшая гастрономия с точки зрения там, вот этих морских деликатесов, лучше, чем на Сахалине, нигде нету там крабов, гребешка, там, и, ну, и там устриц тех же диких, знаменитых сахалинских.
нигде нет. И, соответственно, за относительно короткий промежуток времени, в зависимости от того, насколько ты планируешь поездку, ты можешь посмотреть максимальное количество достопримечательностей. Ну и плюс их разнообразие. Кто-то комбинирует в том числе с Курильскими островами, ты можешь спокойно с Южно-Сахалинска долететь, например, там, до Этурупа или до Кунашира, в течение часа занимает перелет, и еще посмотреть вулканы, белые скалы, магнитные пески, ну, в общем, все, что душе угодно, и в термальных источниках покупаться. Поэтому вот такого количества достопримечательностей, как на Сахалине, разнообразия, вот, контраста нет нигде в Российской Федерации, и в мире уж точно. Ну, какого еще ответа можно было ждать от министра туризма Сахалинской области? Спасибо вам большое. С нами на связи был Артем Лазарев. Говорили о развитии туризма на Сахалине.